началось? Ну, история нашей фабрики начиналась еще в 90-х, в начале 90-х годах. Тогда мы делали стандартные комплекты мебели, кухонной мебели. И, скажем, они расходились очень даже хорошо. Вот. Но время идет, запросы рынка и клиентов наши меняются. Вот. Сейчас мы изготавливаем кухни на заказ, то есть кухни под размер помещения. Ну, на сегодняшний день у нас порядка, где-то, наверное, 10 моделей кухонь, которые мы изготавливаем. По материалам фасад кухни мы изготавливаем как из массива, так и можем делать современные кухни с фасадами из МДФ под покраску. Ну, если говорить о кухнях с фасадами из массива, это используется массив бука, массив ясеня и также используем шпон дуба. Вот. Материал, который, из которого мы изготавливаем фасадную часть кухни, это поставляется нам из южных регионов там, России, это Краснодарский край. То есть человек может прийти к вам и выбрать себе проект кухни, и вы изготовите именно то, что он хочет, из тех материалов, из которых он хочет? Да, конечно. Изготавливаем кухни именно с учетом потребностей заказчика, исходя из размеров помещения и его пожелания, и исходя из того, какая техника будет там установлена. Потому что, опять же, по встроенной технике сейчас очень много всяких разных производителей, как российских, так и иностранных. Для других городов, для жителей других городов, ваша продукция тоже доступна? Да, конечно. Возможно, даже не приезжать к нам на фабрику, все делать заказ удаленно и, в принципе, оплачивать тоже можно удаленно. Ну, соответственно, мы запрашиваем у заказчика ту информацию, которая как бы нам потребуется для того, чтобы составить проект и учесть, опять же, его пожелания. Насколько я понимаю, ваши кухни не изготовлены из экологичных материалов при минимальном использовании пластика. Да, конечно. Ну, как вот мы уже говорили, что фасады изготавливаются из массива и применяются очень качественные материалы по покраске, то есть это импортные материалы. Хотя как бы и наши производители красок тоже уже с помощью как бы технологий западных, да, можно сказать, наладили здесь производство. То есть как бы идет импортозамещение.